Всем привет! Вы на канале Цветик Семицветик. Сегодня мы с вами изготовим вот такой дуб из сказки Пушкина. Нам понадобится прямоугольник произвольного размера, обрезки фоамирана в виде острых треугольников. Из прямоугольника нам надо сделать цилиндр. Я буду это делать внахлёст. Это ствол, а треугольники – это ветки. Из них нужно склеить конус. Сделаем это тоже внахлёст. Когда ствол и много-много веточек будут готовы, начнем собирать дерево. К длинным веточкам приклеим под углом более короткие, и затем приклеим их к стволу. Чем больше веток, тем пышнее будет дерево. Из круга, диаметр которого чуть больше диаметра ствола, сделаем верхушку. Для этого прогреем его на утюге, чтобы он стал выпуклым. Приклеим круг к стволу сверху. Поместим на него еще несколько веточек. Мне очень нравится наше дерево без листвы. Сделаем ему корни из треугольников разного размера. Для этого прогреем их на утюге. И пока они теплые, сформируем форму корней. У меня всего 6 корешков. Приклеим их к нижнему краю ствола. Нашему дереву не хватает отдельной обломанной веточки. Нарисуем ее отдельно от руки. Вырежем в 2 симметричных экземплярах. Прогреем их до придания объемной формы. Теперь обе детали нужно склеить между собой. Для этого контур одной детальки промажем термоклеем и аккуратно соединим с контуром ответной части. Получившуюся веточку нужно будет приклеить к стволу отдельно от всех других веток. Теперь нам понадобится много обрезков фоамирана зеленого цвета. Выбьем с помощью фигурного дырокола листочки. Нам их понадобится очень много. Я сделаю листочки 3 оттенков зеленого цвета. Ножку каждого листочка смажем термоклеем и приклеим к веточкам нашего дерева. Дуб готов. Чтобы сделать его сказочным, нам понадобится цепь. Сделаем ее из тонких полосок желтого фоамирана. Каждую полоску скреплять в колечко я буду внахлёст. Длина цепи зависит от толщины вашего дерева. Вот моя готовая цепочка. Обмотаем ее вокруг нашего дуба. Осталось только посадить на цепь ученого кота. Я вырезал из черного фоамирана силуэт кошки. Теперь приклею его к стволу рядом с цепью. Все, наш сказочный дуб готов. Так и хочется сказать. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на тупитом. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Вот такой дуб с котом ученым у нас с вами получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока!